Полицейские Хасавюрта задержали мужчину, который подозревается в поджоге магазина бытовой техники. Оперативники выяснили, что задержанный ранее сам работал в этом же магазине. Мужчина признался, что мотивом к преступлению послужила личная обида на приятеля, с которым вместе проработал 5 лет, однако был им уволен. Сумма ущерба составила 2 миллиона рублей. Раньше я там работал, и ключи у меня остались запасные. Я зашел в магазин, открыл этими ключами замки. У меня была канистра 4-литровая с бензином. Бензин я брал на автозаправке 2 дня вперед до поджога. Потом я зашел в магазин и разлил бензин по кругу и спичкой поджег магазин. Обратно вышел, закрыл на замке и скрылся с места.